50-летний Мэтт Саускотт был одним из испуганных жителей, который поднял тревогу, увидев что-то вроде шевелящегося тряпья на обочине дороги, когда он ехал на работу. Мужчина сообщил о своей находке в Королевское общество по защите животных, РСПКА, волонтеры которого прибыли на место инцидента и забрали собак. Сами зоозащитники не могли определить, к какой породе относятся эти собаки и кто мог такое с ними сделать. Животные очень боялись прикосновений и были испуганы, и волонтерам потребовалось вколоть им успокоительное, прежде чем помыть и подстричь. После того, как шерсть животных была подстрижена, сразу выяснилось, что собаки являются пуделями и их примерный возраст колеблется в возрасте 1 года, а их мама, которая также была найдена вместе с ними, примерно 8-летнего возраста. Эксперт по защите животных сказал, что собак держали в непригодных условиях на протяжении всей жизни, прежде чем от них решили избавиться. Вся обрезанная спутанная шерсть заняла целых 3 мешка. В настоящее время ведется расследование и поиски владельца животных, который так бесчеловечно поступил с ними. После того, как многие узнали печальную историю о найденных собаках, люди стали обращаться в общество по защите животных с желанием забрать бедняк себе. 18-месячному Дейву очень быстро повезло. Его забрала 67-летняя Жанет МакДауэлл и теперь заботится о нем и окружает любовью. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.